домах и квартирах. О таких фактах сейчас хором рассказывают жители Мариуполя. Нацбатальоны, то они выгоняли людей, вначале загоняли в подвалы, а потом обносили квартиры. Начиная от компьютеров, ноутбуков, тонометров, да, после того, вынесли как обнесли все квартиры, они прикрывались людьми как живым щитом. На брошенных позициях украинских силовиков чего только не находят. Вот канадский флаг с кучей автографов, вот удостоверение члена правого сектора на имя Дмитро Мелехова с подходящим позывным «фашист». А вот свежее видео, появившееся в сети, которое дает представление о системе воспитания в семьях таких украинских патриотов. Зоря, за то, что поубивала всех москалів, тебе торжественно приняли. Куда? Куда? Моя дитина.